Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». Сегодняшнее видео у меня «Как приготовить компот». Компот у меня из поречки. В предыдущем видео я вам показывала свой куст поречки, который я обобрала. И вот я уже подготовила. Я помыла нашу поречку и освободила ее от веточек. На 3-литровую банку я взяла 0,5 литра ягод и 250 миллилитров сахара. Я стерилизую банки. Этим временем у меня кипит вода. У меня вот такая большая кастрюля 20-литровая. И сейчас я буду наливать воду. Это и будет наш компот. Вот таким вот образом я залила ягоды, накрыла стерилизованной крышкой. Банки перед этим стерилизовала 15 минут, каждую банку 3-литровую. Накрываю стерилизованной крышкой и закатываю. Потом я переворачиваю банку вверх дном и ставлю, чем-нибудь укрываю в теплое место. Стоит так сутки. Через сутки я заношу это дело в подвал. Итак, уважаемые подписчики, банки закатаны. И теперь необходимо поставить в теплое место, точнее не в теплое, а в комнату, и укутать наши банки каким-нибудь покрывалом, чем-нибудь. И через сутки занести банки в подвал или где вы там их храните. Вот таким вот образом простым я сделала компот. Это из любых ягод можно делать. Из вишни я еще таким способом делаю. И делаю из винограда. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.